Добрый день, с вами журналист Вадим Довнар, редактор «Менавито онлайн». Начало нынешних выходных уже принесло несколько хороших новостей. Это и подтверждение того, что сбить аналогов нет на кинжал, такой себе современный аналог российского вундервафе, ибо Вовна на территории пока еще оккупированного Крыма. И перекрытие Крымского моста с попыткой установить начавшееся бегство понаехавших на полуостров. Но наибольший символизм имеет, конечно, случившееся с Захаром Прилепиным. Сообщается, что этот пропагандист геноцида украинцев возвращался в Москву с территории ЛДНР. Произошел взрыв под днищем его автомобиля. Водитель мертв. Так называемый писатель в больнице и в очень тяжелом состоянии. Настолько тяжелым, что представитель МИД РФ Захарова уже призвала молиться за этого упыря. Накануне подрыва, напомним, Прилепин выступил в поддержку другого упыря, Пригожина, с его Вагнером, вступившего в открытый конфликт с Минобороны государства-агрессора в соревновании по эффективности в уничтожении украинцев. Напомним, что Прилепин еще с 2014 года активно добивался славы поэта современного геноцида, для чего восхвалял в частности заслуги самых, казалось бы, токсичных персонажей вроде Гиви и Моторолы. В мае 2017 года он в частности дал «Комсомольской правде» эпохальное интервью о своем якобы переезде на оккупированную часть Донбасса и присоединении к российско-оккупационным войскам. Уже тогда оно имело некий привкус чрезвычайной театральщины. Возможности создать, оно, собственно, уже создано, возможности сделать подразделение и стремиться к тому, чтобы в белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разнообразных причин. Более того, нельзя исключать, что конечным потребителем этого продукта должны были быть отнюдь не украинцы, которых, как можно было бы предположить, речами этого писателя стоило бы запугать. Перед нами тогда предстал не космист уровня Александра Проханова, специалиста по длинным предложениям, практически лишенным значения, а достаточно образованный человек со светлой головой, простым ходом мысли и четкими формулировками. Можно было считать его взгляды нацистскими, но точно не подозревать в маразме. Тем более, если учитывать последовательность в убеждениях и поступках. Эдакий Эдуард Лимонов 30-летней давности. Кажется, все эти сентенции, дескать, до Львова дойдем, нам нужна вся Украина, были исключительно попыткой выдать желаемое за действительное. Нет, то есть хотеть-то он хотел, безусловно, но кажется, вряд ли даже Прилепин верил в такую возможность. Более того, в это, скорее всего, не верил даже тогдашний номинальный главарь ДНР Александр Захарченко, который за несколько месяцев до того заявлял о намерениях взять и Великобританию в придачу. В интервью тому же Прилепину. Конечно, интеллектуальный уровень этого товарища был далеко от совершенства, и совсем уж не замечать отсутствие успехов в Новороссии тоже было невозможно. Тогда зачем, спрашивается, они это несли, выставляя себя клоунами? Хотя, собственно, на роли клоунов их и брали. Раньше яркими представителями профессии были Моторола и Гиви, ликвидация которых у Захара вызвала приступы ярости. И вот как минимум одну вакансию тогда пришлось заполнить. Как бы то ни было, но повторимся, нового и уже хорошо раскрученного медийного персонажа Лубянке долго искать не пришлось. Среди борцов за денежные знаки наблюдался явный отток в количестве желающих стать пушечным мясом в условиях унизительного Минска и массовой гибели
героев Новороссии. В рядах же идейных русскомировцев, желающих стройными рядами шагать за Путиным, буйным цветом цвело разочарование. Мол, оказался наш отец не отцом, а сукой. Вот этой потенциальной возможности того, что экстремалы, которые уже подсели на имперскую иглу, а некоторые еще и крови вкусили, бросятся бить Ротенбергов и спасать Россию в условиях усиления денег нет, в Кремле, кажется, и боялись. Поэтому и прозвучал тогда клич «Все на Донбасс!». Прилепин обнадежил и мотивировал, как он это умеет. Мы русские, с нами Бог. А правда, что убитые приходят по ночам? Нет, не правда. Это не приходит. Ничего, ни одного ощущения, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Их много. Просто вот ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, полный просто галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли. Вот, и мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, о том, что я как бы, ну, как бы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Прикинь. С начала момента полномасштабной агрессии стало очевидным, что новый этап войны так или иначе сожрет тех, кто ее разжигал. И того, кто, поедая предшественников, сам бросился в этот решительный бой, уже для многих ставший последним. Поэзия? Нет, проза борьбы добра со злом. Прилепин пока ранен? Нет, уже мертв и в аду. Что мне нравится, это петушиный крик. У нас нехватка боеприпасов! 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Запишите его, чтобы слышно было. Слышно. Там, куда давно и яростно стремился. Пожалуйста, подписывайтесь на наши ресурсы, ставьте лайки, распространяйте, становитесь нашими патронами. Все будет хорошо. Работаем на это.